День добрых писем. Ветераны России в День Победы получат поздравительные открытки не только от руководства страны, но и от рядовых граждан, в том числе и от жителей петроградской стороны. Вот здесь вот у нас, да, открытки. Открытку выдают бесплатно. Главное требование – писать на ней только добрые слова, ведь адресаты – ветераны войны. Проект «Добропочта» родился 9 месяцев назад. За это время в проекте приняли участие знаменитости, такие как группа Айова, Елена Темникова, М-Бенд, Макс Корж, которые поддержали идею того, чтобы помогать людям через добрые слова и почтовые открытки. «Добропочта» приносит добрые письма не только ветеранам, но и детям с тяжелыми заболеваниями и их родителям.